Дамы и господа, вас приветствует канал Ростиксона. Сегодня тема нашего ролика будет посвящена биткоину. Расскажу вам про его появление, взлеты и падения, как приобрести биткоин на бирже Gate.io и, конечно же, поговорим с вами про прогнозы и перспективы. Ну что, начнем? А перед началом ролика переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости из крипты, делится своими мыслями и все, что он делает, пишет это в телеграме. Заходи, там много что интересного, тем более на этом можно еще заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную вечную скидку на Gate.io. Трудно найти человека, который бы не слышал абсолютно ничего о биткоине. Но далеко не все знают, что возникла первая криптовалюта вовсе не в последние годы. Когда термин этот на слуху, а ее история насчитывает более 10 лет скитаний и отвержения. Именно 3 января 2009 года считается датой возникновения биткоина, самым знаменательным событием его истории. Уже 12 января была проведена первая транзакция по переводу монет в сети биткоина. Отправителем был Сатоши Накамото. Сеть стала жить. Начнем с того, что биткоин является настоящим феноменом, ведь до его возникновения никто и представить себе не мог, что деньги могут быть свободными, анонимными, никем не управляемыми и виртуальными. Именно поэтому история биткоина началась не совсем радужно, и первые годы криптовалюты считали игрушкой для айтишников и других обитателей интернета. Сегодня же мир не только оценил криптовалюты, но и понял, какие важные для нашего будущего технологии принесло миру это изобретение. Сейчас мы с вами поговорим о падениях и взлетах криптовалюты биткоин. Развитие биткоина не было постепенным и последовательным. Очень часто важные вехи в истории становления криптовалюты отражались на ее стоимости. Так как цена на биткоин зависит от существующего спроса, то валюта подвержена высокой волатильности. Поэтому новостной фон, который косвенно влиял на активность покупателей и продавцов, приводил к изменениям цены на монету. История биткоина с самого начала позволяет проследить, что чем больше криптовалюта входила в нашу жизнь, тем больше интерес она вызывала. А благодаря резким скачкам курса, очень быстро биткоин превратился в спекулятивный инструмент для биржевой торговли. Многие трейдеры и инвесторы успели хорошо заработать на сделках с монетой, и именно благодаря этому биткоин приобрел такую популярность. Хотя создан он был вовсе не для спекуляции на рынке. На таблице, что предоставлено у вас на экране, вы можете проследить курс биткоина, а также особенности становления биткоина на протяжении 13 лет. Также биржа Gate.io предоставляет нам график падения и роста биткоина, начиная с 2013 года. Будущее биткоина, прогноз и перспективы. Биткоин многим позволит сколотить настоящее состояние благодаря пиковому росту в 2017 году. Те, кто не успел вовремя купить и продать, отчаялись. Но стоит ли ставить точку на криптовалюте? Быть может, будущее развитие событий будет еще более фантастическим. Мнения о том, суждено ли стать биткоину резервной мировой валютой, разделились. Одни считают, что именно за криптовалютами будущее. Другие утверждают, что шансы стать платежным средством биткоин уже потерял. За большое будущее валюты говорят такие факты. При создании биткоина Сатоши Накамото ограничил эмиссию монеты, и это приведет к природному росту цен на криптовалюты в будущем. Если государствами не будут созданы негативные условия и крипту примут официально, то перспективы роста цены на биток могут быть самыми радужными. Биткоин уже однажды показал, каких вершин может достигнуть, и ничего не мешает ему достичь этого пика снова. Лучшие альтернативы для денег будущего мир пока не придумал. Благодаря криптографической защите биткоин, это единственные деньги, которым можно доверять. Поэтому логично, что он является первым претендентом на звание главного платежного средства. Многие эксперты утверждают, что в будущем цена на биткоин поднимется очень высоко. Прогнозируют это к 2024 году. Скептики же наоборот выдвигают много аргументов против первой криптовалюты. Есть мнение, что биткоин это экономический пузырь, его стоимость сильно раздута. В то же время никто не может сказать, какой же должна быть оправданная цена на монету. То, что биткоин и альткоин стали спекулятивными инструментами в руках трейдеров, сильно сказывается на курсе монеты.
А с такой волатильностью очень трудно представить биток как платежное средство. Технология биткоина до конца многим непонятна, и несмотря на успех монеты, обыватели продолжают считать криптовалюту финансовой пирамидой или чем-то опасным. Если же вас заинтересовала данная криптовалюта, то я вам сейчас расскажу, как ее приобрести на бирже Gate.io. Все довольно очень просто. Заходим на главную страницу Gate.io. Сверху мы видим раздел «Купить криптовалюту» и нажимаем на нее. Далее в расходах мы пишем ту сумму, которую мы готовы потратить. Справа от нас мы выбираем то, что мы хотим купить. В нашем случае мы хотим купить биткоин. Далее выберите способ оплаты, мы выбираем. И у нас справа показываются сведения, где мы принимаем условия и нажимаем кнопочку «Продолжить». Далее нам выходит уведомление о том, что мы покидаем платформу Gate.io. И нам выскакивает окошечко, где нужно выбрать способ оплаты. Выбираем ту, которая вам больше всего подходит, и нажимаем «Перейти к оплате». Далее нам просят либо зарегистрироваться, либо зайти. Мы заходим и получаем свои биткоины. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!